Гонка века. Начинаем. Будет круто. Итак, друзья, всем привет. Сегодня 10 июня. Гонка века. 12-й ракетные тропы. Как всегда, самый, наверное, большой кворум в нашем регионе. Сегодня день района, день Тейковского района, и мы приветствуем всех на этом замечательном внедорожном фестивале. Сегодня будет очень интересная трасса, два сложных спецучастка. Спасибо нашим спонсорам, спасибо нашим друзьям, нашим партнерам. Как всегда, все лучшее для наших друзей, для наших участников. Кататься, гоняться, побеждать. С мужем проще, вся ответственность на нем. В любом случае. Прекрасная погода, шикарная обстановка. Трасса обещает быть очень жесткой. Протяженность обалденная, крайняя точка 40 километров. Я думаю, что сегодня мы попашем и понюхаем, и пощупаем, и поплаваем. Короче, обещают все. Готовы, погода великолепная. Едем, будем бороться. Успешного всем финиша. Строй боевой. Немножко есть мандраж, но ничего, думаю, прорвемся. Ждем от гонки, конечно, сюрпризов, скажем так. Конкуренты серьезные, конкуренты ивановские, конкуренты нижегородские. Вообще по областям очень много народу подъехало, так что будем биться на равных, как положено. Ждем от гонки массу приятных впечатлений. Судя по картам и по маршрутам, все должно быть очень интересно. Надеюсь, что Руслан в этот раз круче, чем финал сделал. И все в предвкушении. Решили женским экипажем проверить свои силы. Впервые вдвоем вместе попробуем пройти то, что будут проходить ребята. Класс любители, отборочный этап, ракеты. Настроение хорошее, приехали на первое место. Очень приятно то, что это очередные соревнования, и они по-настоящему стали традицией. По-настоящему эти соревнования являются лицом нашего района. Хорошей конкурентной борьбы, и пускай победит сильнейший.
утро начинается хорошо, народу много. Думаю, интересно очень будет конкуренция. Мы издалека приехали, с разных городов. Переживаем всегда до старта. Все, стартанули, на квадрик сел, поехал, уже особо не переживаешь. Все, все, что переживать? Надо ехать уже, а не переживать. Ну что, сегодня борьба. Сложали мы очень крепко на предыдущих этапах, но сегодня мы просто дадим жару. Просто порвем! Остались считанные минуты, секунды. Участники все в сборе. Волнение на пределе, давление тоже. Поэтому всем удачи. Минимальное количество поломок. Все, всех ждем на финише. Понимаешь, это сразу старт, сразу эмоции, сразу грязь, половина отсеялась, никто никому не мешает. Едут, кайфуют. Кто-то сказал сразу, гонка закончилась. Все, кайф. Ну что, ребят, у нас заезд в категории АТВ. Огромное количество участников. Сейчас уже будет дан старт. Все уже готовятся. Смотрим. Накопали канав. Все пытаются мягенько проехать, и поэтому тонут. На коврах нельзя газовать, это самая опасная штука, поэтому нужно потихонечку в накатик. Чпокс. Мы немножко поломаны, но мы продолжаем путь. Шрус вывалился. Поедем на заднем приводе. Yeah.
Так, ну вообще классно. Постарались на славу прям. На что мы подписались? У нас только 24-я точка. Это ужас. Ручей мы проехали, преодолели. Мы оказались в полной же. У нас порвалась лебедка. Один повис на пне. Ни туда, ни сюда. Мы пытаемся. Один в поле. Девушки и спорт, это совместимо? Совместимо. Они не сдаются никогда. Жопа. Молодцы. Боремся до последнего. Молодцы. Да, главное не унывать. Полтрассы на заднем приводе. Только что-то вот тут не проехали. Супер, спасибо. Ребят, а есть что попить у вас? Да в кофе воду возьми, на. Вон бутылка. Разношерстный, скажем так, состав, BRP, полноценных, качество подготовлено. Девочка, ведь все-то старое. И, в принципе, они проехали достаточно большое расстояние. Дальше сейчас еще более жопное место. Пойдем смотреть. Ну что, точка рабочая, сами видели, да, прям адреналин хапнул вот так. Организаторам спасибо. Поехали дальше. Ехали, 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 ехали и свалились вот туда. Вверх колесами.
страшно. Трасса, во, все есть, и грязь, и ковры, и просто лесные просеки. Все сделано отлично, на 5 баллов. Доченька моя любимая, с днем рождения, Мария Андреевна. Папочка скоро приедет, расцелует тебя. Я опять у тебя. Ну как? Отлично. Ну все, девчонки, да? Ну все? Слов практически нет. Преобладают эмоции. Счастливые, довольные, грязные. Но гонка удалась, все хорошо. Машина не подвела. Вывезла, мы приехали, штурман молодец. Женя, спасибо тебе большое, брат. Чуть-чуть не успели выйти на вторую сушку, но мы будем приезжать и рубить дальше всегда. Мы будем стараться. Давайте-ка!
по сути, эти. То есть вы из этих дегатов. Пистолапкин Аркадий и Александров Александр. Итак, друзья. Не раскраски, брони, поезд! Ай, сюда свались на меня!